Ребят, нахожусь в Дубае и зашел в туалет. И здесь интересная такая особенность. Первый раз сталкиваюсь в жизни с такой особенностью. Это семейная комната туалетная. Смотрите, и здесь два унитаза. Вот, если я сейчас не покажу сравнение с чем-то, да, вы не поймете его размера. Вот моя рука. То есть это малюсенький. Вот рюкзак мой. Малюсенький унитаз для ребенка. Вот моя нога. И сравнение с большим унитазом для взрослых. Обратите внимание. Малюсенький и большой. И интересно то, что мусульмане не используют туалетную бумагу, они омовение делают, да? И вот у ребенка здесь шланг специальный для того, чтобы омыться. А левой рукой они омовение делают. И поэтому левая рука у мусульман считается нечистой. И вот у мужчин взрослых, видите, шланг такой, вот они омовение делают. Бумага, они не подтираются. Никто, и женщины тоже, само собой. И все, и вот прямо они на полу так вот делают омовение. Вот он, сливное отверстие. И вот таким образом. То есть и для взрослых, и для детей сделан. Вот такой малюсенький унитаз вообще первый раз в жизни вижу. Даже не думал, что он существует.